Телек. Да. Видишь его? Он наш родственник. Надо ему помочь и поддержать. Но я не хотел голосовать за них. Мне не нравится их программа. Ты мне друг или кто? Помоги, пожалуйста. Сынок, ты пришел? Да, это я. Проходи, обедать будем. Ты что такой расстроенный? Да, с другом встретился. Угу. Просит на выборах за его дядю проголосовать. А ты что, не хочешь? Нет. Но он сказал, какая-то программа есть, которая показывает, кто и как проголосовал. Балам, ты знаешь, что наша Конституция гарантирует нам тайну голосования. А те, кто нарушает это право, их наказывают. Эта норма предусмотрена нашим законодательством. Никогда не слышал об этом. Важно понимать, что когда приходим голосовать, то каждый из нас заходит в отдельную кабину, где нет камер. Бюллетени, которые мы заполняем, непрозрачные. Работники и наблюдатели находятся на расстоянии. Ты можешь спокойно проголосовать за того, за кого хочешь. Но этот аппарат, он же все равно вычисляет, да? Никакие технологии не позволяют определить, кто и как проголосовал. Тайна голосования важна для свободы выбора. Статья 2, часть 1. Выборы депутатов Жогорку Кенеша проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Голосование на выборах Кыргызской Республики является тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением граждан. Нарушение тайны голосования влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики. Тайное голосование – основа свободного выбора. Твой голос важен.